Минеральная вода из Байкала пользуется все большей популярностью у жителей Китая. Согласно данным таможенной службы внутренней Монголии, за первые два месяца текущего года в КНР из России экспортировали почти 1400 тонн бутилированной воды на сумму свыше 320 тысяч долларов США. Объем поставок увеличился почти в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Минеральная вода из Байкала пользуется популярностью на китайском рынке благодаря своему уникальному кальциево-гидрокарбонатному составу и большому количеству полезных макро- и микроэлементов. Но отметим, что летом 2016 года китайские бизнесмены напрямую договорились с российскими предприятиями о поставках. Так, специализированный завод по очистке и упаковке бутилированной воды из Байкала открыли в Бурятии, заключив с китайской стороны контракт на 5 лет и сумму около 1 миллиарда рублей. Оборудование для нового предприятия, кстати, тоже закупили в Китае. Завод обеспечил рабочими местами более 200 жителей ближайших поселков.